Ах, как же сильно мы вас любим, наши дорогие зрители и слушатели, за то, что вы смотрите постоянно свой любимый телерадиоканал «Страна ФМ». Вечерний эфир. Мы здесь, как всегда, Майк Вольс. Маш Новая, кто-то даже слушает. Едет сейчас в машине, без всякой картинки, слушает и думает. Ага, 6 часов вечера, у них должен быть гость, как всегда. Кто же этот человек? Конечно же, гость, который связан с юмором сегодня, друзья мои. У нас практически вся команда КВН, Кефир, Нягонь. Прошу любить и жаловать. Сегодня к нам пришли Руслан Попович, он же Моня. И Роман Мисюра, он же Марат. Ребята, привет! Парни, почти все здесь, без 8 человек остальных. Привет! Благодаря мне здесь большая часть команды. Да. Походить, парни. Мишка, ты смотри, у ребят, кстати, усы надежды. Вчера мы специально их прикрепляли, а у вас они свои растут. Из лица. Ребята, давно ли вы прикрепили на себя усы надежды? Ну, во-первых, они не сразу были такими. Сначала был классический пушок. Вот этот. Так. Как у тебя, старших классах, в девятом классе. В старших классах был, да, классический пушок, который вот перерос в то, что вы видите. А я с ними родился. У меня не было волос на голове, но были усы. А с сигарой вот. А как потом появилось вот здесь? Это сейчас актуально. Это пересадка была. А, вот здесь, да. Так вот, что надо делать. Возьми телефончик, Миша, я тебе давно говорю. Мне хорошо. Нет, ну а на самом деле, друзья, хоть мы и говорим в нашем вечернем эфире всегда о юморе, но хочется, конечно же, начать о футболе вообще. Ярые болельщики. Давно болеете за нашу сборную, за нашу команду. До последних событий все разговоры о футболе, это так или иначе был юмор. Ну да, так или иначе был юмор. Пару раз даже я честно пытался посмотреть футбол. Ну, то есть я садился, так, ну, и как-то вот хватал. Ноги. Вот такой, ну, типа, ну, на 30, может быть. Но потом я думал, ну сколько можно смотреть? Надо заняться делом уже, наконец-то. Да. Пойду что-нибудь напишу. Слушайте, парни, а остальные члены сейчас команды, то есть... Нет, это, кстати, большинство... Как Аркадий, кстати, относится к футболу? Аркадий сам футболист. Сам футболист стоит на воротах практически как Инфеев, да, только реже. Кстати, с нами нет сегодня. Мне кажется, он как раз-таки за каким-то матчем, да, следит. У нас играет там кто-нибудь сегодня? Да, сегодня, Михаил. Конечно. А кто у нас там сегодня? Сегодня колумбийцы, англичане, шведы, швейцарцы. Те самые колумбийцы. Те самые колумбийцы, Аркадий, все верно. Друзья, ну на самом деле очень хочется у вас спросить про вашу команду КВН, которая отличается от других команд своим уникальным вот этим неповторимым стилем. Как мы уже с вами обсудили, это называется космический, да? То есть вы такие фриковатые, не похожие на остальных. Как вы выработали вот этот неординарный образ? Как вы пришли к нему? Я думаю, что это таежный воздух. То есть там, где мы выросли, в общем, он сформировал наш юмор. Нягонь, это же город в Ханты-Мансийском округе, правильно? Да, Ханты-Мансийский автономный округ. Это крайний север. Ну, нет, это приполярный Урал, да? Насколько я помню. Это тот самый регион, Маша, тот самый регион, который дает нам возможность хорошо жить здесь, поюжнее, понимаешь? А, все понятно. Ребята как раз оттуда. Ну и вы шутками согревались или как? Как вы пришли в КВН? В некотором смысле. В КВН мы пришли, ну, я, по крайней мере, мы со школы играли. Мы со школы играли. Потому что... Вы в одной школе учились? Нет, мы учились в разных школах. А, я думала, там всего одна школа в Нягоне, нет? Нет, у нас в Нягоне вообще ни одной. Мы садились на оленей и Вот. А по пути вас обгонял медведь. Да, естественно. Здоровался. Мы у него спрашивали, что по математике. Да, и он давал домашнее задание. Маша, нет, самое было неприятно, когда мамонты съедали твой папирус, и ты не мог сдать домашнее задание. Ребята, мне нравится, мы уже можем выступать. Мне нравится, как вы поддерживаете. Я хотел сказать, ты либо останови это, либо это не остановится. Окей, давайте остановимся тогда. Все, поняли, что у меня много школ, много классной, творческой, молодежи. Три. Я шучу, больше. Окей, и в разных, в двух хотя бы из этих школ были вот эти талантливые парни, которые сегодня у нас в гостях. Так. Нет, скажем, основной состав нашей команды учился как раз в одной школе. Это я был просто такой немножко пришел. Так. Чужак. Это купленный игрок был. Да, купленный игрок. Дорого ли? Как отдали? За маленькую пиццу, которая продавалась. Легионер. Слушайте, так, парни, за маленькую пиццу тебя купили, мне тут говорят. Ну, там было много мяса. Мамонта. Маленькая пицца, но много мяса. Ребят, послушайте, ладно. Пицца пиццей. 11 человек у вас в составе.
11 человек? Представляете, Википедия говорит, что 11. А на сцене вас стояло 4 или 5, если я не путаю. Ну, то есть четверо стояли, и один выходил, наш неподражаемый Дмитрий. Просто за время нашего существования команды было много ребят, которые тоже выходили в линейке. Изначально меня там не было. Изначально не было Ромы. Вот. Ну, то есть это... Когда мы играли в Северной лиге, сформировался окончательный состав. Это там, где судят медведя? Вот. Так, а за стойкой стоит олень. Где медведь в перерывах приходит, между тем, как сосуд они, лап. Они подбрасывают вот так вот вверх комаров. Сколько комаров подбросил, столько, в общем, и баллов получает команда. Мы максимальное количество получили рыбьего жира в финале, и нам удалось. И теперь мы здесь. Нет, мне нравится, что Руан вообще категорически не хочет выходить из этого образа. Ты можешь продолжать сегодня. Не образ, я такой. А, ты в принципе такой. Слушайте, ну вот вас по команде КВН зовут Моня и Марат. А ваши реальные имена — это Руслан и Роман. Да. Ну, а вот люди как вам все-таки обращаются чаще? Мама меня зовет Моня. Моня так и зовет? Нет, я шучу. Меня. Почему Моня? Откуда это вообще? Ну, просто это смешнее. А, ну просто это. Ну, это из песни Шуфутинского? Или это просто чисто случайно? Вспомнили. А, это вы вспомнили. Миша, ты не смотрел этот выпуск? Выйди вон. Песня Шуфутинского. Ну, реально, там была пипка. Скрипать. Да-да-да, продолжайте. Там была пипка. Так. Вот, ну, то есть это... все строилось, все шло на алтарь юмора. Имена, биографии, одежда, стиль. Все мы отдали. Если вы видели игры в Северной лиге, мы выходили в таких туфли, такие гробы были у нас, брюки несоразмерные, рубашки, и все очень было... Все ради юмора, все ради юмора. А на что вы готовы еще ради юмора? Теперь? Ну вот сказали бы вам... Что? Нет, ну а тогда, ладно, все, во времена КВН, ну серьезно. Мы уже свое... Ну там типа сказали бы выйти голыми и полностью побритыми вообще наголо. Да легко. Вот я реально, понимаю, ради так, юмора. Погодите, так это же не жертва, это же наоборот. Ну, а, это есть, круто? Конечно, да. Есть что показать, ребята, послушай. Нет, для меня это жертва, знаете ли, лишиться волос. Для тебя, да. Для Мишки-то понятно, но для меня это реально жертва. Парни, меня всегда один и тот же вопрос мучил, когда смотрел ваше выступление. А тяжело просто сдерживаться, вот тяжело стоять с каменным лицом, когда... И не моргать. Ну, то есть в пополаме зал лежит весь, жюри в пополаме лежит все, за стойкой вот человек тоже, который 50 лет там стоит, тоже в пополаме, а у вас, то есть, эмоций нет. То есть какие-то седативные вещества, либо что? Мы просто знали, если мы улыбнемся, нас ждут за кулисами. Вас ждут обратно к медведям и с рыбьим жиром. Да, поэтому нужно было всеми силами. На самом деле, это такой... способ медитации, наверное, даже был. То есть вот когда ты выходишь, немножечко просто выключаешься, просто не существует зала. Ну, кто-нибудь хоть один прокололся, хоть раз было? Ну, на концертах было, по-моему, пару раз. Может, сложно было сдерживаться, сложно было сдерживаться. Я вот люблю рассказывать историю, как у нас однажды Димка в эфире, естественно, КВН — это же телепередача прежде всего. Да. И однажды у нас Дима забыл слова. Я кололся немного, ну потому что кололся весь зал. И чем больше Дима заходил к этому станку, скажем, тем смешнее это было. Он выходил и каждый раз не мог... Каждый раз вступал, не мог вспомнить слово «буфетчица». Он выходил, и у него была реплика. «Ребята, вам не кажется наша буфетчица... Вы не находите нашу буфетчицу привлекательной?» И он забыл слово «буфетчица». И он выходил и говорил: «Ребята, вы не находите нашу...» И зависал. Проходило секунд 15, и он заново начинал. «Ребята, вы не находите нашу...» А до момента, пока зал очень смеялся. Зал вот уже прям понял, очень смеялся, фишка. Когда зал понял, что Димка забыл слова. Естественно, ну, то есть все же знают Димку. Да. Естественно, это вызвало прям, ну, бурю эмоций. До момента, пока редактор высшей лиги... Куприда. Да, Леонид Куприда начал уже из зала ему подсказывать. Буфетчицу, да. Дима. Он, Слушайте, а симпровизировать в этой ситуации никак нельзя? Придумать какое-то другое, это не знаю. Это же такое волнение. Нельзя. Но в эфир это не пошло. В эфир нет, это потом... Там обрезали.
Есть такая, да, штука, как монтаж. Нам такое неизвестно. Мы работаем в прямом эфире. Да, друзья. Ну, смотрите, я на самом деле, когда готовила, зашла на сайт «Нягань» в разделе «Википедия». И там, значит, раздел «Знаменитости». Там есть несколько пунктов. И, соответственно, вы практически на главной позиции. Я вам серьезно говорю. Да, вы прославили свой город, естественно. Это как бы даже не обсуждается. Сначала была Шарапова. Вы про это тоже шутили, да, в том числе. А потом уже... Но и вы тоже дополнили этот список. Но вот скажите, вы вообще, когда стали мега популярны, вас, естественно, начали там каждый встречный поперечный в городе узнавать. Да. Была вот эта звездная болезнь? Или вы как-то, ну, проще к этому относились? Как она проявляется? Это сыпь какая-то? Как она? Нет, ты становишься отвратительным. Ты ходишь как звезда? Да, подожди, у тебя нос поднимается. Я что-то спрашиваю, а ты говоришь... Следующий вопрос и от Маши, пожалуйста, на твоей не буду отвечать. Мальчика кто привел? Да-да-да, вот этот мальчик лысый. Или в моей гримерке должны быть полотенца с моими вышитыми инициалами. А мы так и все, мы подготовились. Ну, конечно. Ну, я вам скажу, что... Я вам скажу, что... Только желтый M&M's, да, вот это вот? Да-да-да. Нет, у нас такого не было, мы совершенно... Нет, не было. Не было. Сейчас они как-то с сожалением думают, блин, надо было. Блин, могли быть. А ведь могли. А гонорар это тоже могли бы. Вдвойне просить. Да, мы на самом деле не сильно это ощущали все, потому что, ну, когда приходит какая-то узнавать, ты даже не сильно это замечаешь. Ты как был тем же самым человеком. Ну и спасибо большое, уходим на музыку. А дальше продолжим. Продолжим. Оле-оле-оле! Дорогие друзья, если на своих экранах вы видите футбольный мяч и ногу, это самая правильная картинка, больше вам ничего не нужно, потому что сейчас речь у нас пойдет про футбол, про наш конкурс. Я тоже занимаю исходную позицию рядом с Машей. Время на наших часах студийных 18:20, а не 8:45. Это значит, сейчас происходит у нас здесь вечерний выпуск «Большого футбола». Да, друзья, давайте вам расскажу, что вообще такое конкурс «Наш большой футбол». В нем наш телеканал дарит вам подарки, друзья, только за то, что вы заходите на наш сайт страна.фм, делаете там свои прогнозы на ближайшие матчи, те, которые, естественно, еще не состоялись. И если вы оказываетесь самым правым, самым первым, то для начала наш телерадиоканал дарит вам вот эту, вы видите сейчас на наших экранах, серебряную памятную медаль с изображением футболиста, но и также вы становитесь самым главным претендентом на наш главный приз. Самый главный вопрос был у парней. А мы можем выиграть? Вы можете, конечно можете, друзья. Маша сейчас расскажет, что для этого нужно сделать. Мне очень понравилось, когда ты рассказывал про призы, ты показывал на Руслана и Романа. Нет, ребята не поедут к вам домой давать вам личный концерт. У нас медаль. Это гораздо... И тут я смотрю на вас, и хочу сказать, ну, слушай, это гораздо весомее, на самом деле. Вот, спасибо. Они-то приехали, выступили и уехали, понимаешь? А медаль останется с вами на всю жизнь, как в дар от нашего телерадиоканала. А может быть, наше выступление осталось на всю жизнь? Наше выступление стоит по меньшей мере две таких медали. Две таких медали. Нет, ваше выступление, я думаю, стоит как наш самый главный приз. Знаете, какой у нас главный приз? Нет. Это поездка на двоих в Грецию. Ваши как раз двое, парни. Поэтому можете участвовать, да. Что это надо? Но за вторых половинок придется вам уже доплатить. Так, что для этого надо сделать? Ты посмотри на них, кто из них возьмет вторую половину. Так, друзья, так, поступил вопрос. Так, у вас чисто мужская тусовка поедет в Грецию, да? Да-да-да, сосисочная вечеринка, Маша, продолжай. Какие правила? Так, поступил вопрос, да, правила очень-очень простые. Надо зайти на наш сайт страна.фм, сделать там свой прогноз. Если вы окажетесь самым первым, самым правым, то мы сначала дарим вам медаль, а потом, естественно, награждаем вас после 20 июля. Мы подводим итоги и дарим вам поездку в Грецию на два. А если вы оказались самым последним и самым левым, то нет. Соответственно, давай, вчера был футбол. Вчера был итогам. Футбол, конечно, сегодня. Да что я смотрю, я знаю, что там было. Вчера была Бельгия с Японией. Японцы вели, японцы боролись. 2-0 вели, но бельгийцы красавцы. Волевая победа, они в четвертьфинале с Бразилией. Я вот тебе сейчас готов сказать, кстати. Ну-ка. Вот они потому пошли пути, по которому как раз, слава богу, не пошла сборная России. С шапкой, с шашкой на голову, вот эта шапка закидает, если ты понимаешь. И на тебе полная корзинка трешек. Ответ, понимаешь? И все. И то есть надо было лучше оборонительной тактикой пользоваться. Они написали записочку в раздевалке на русском языке «Спасибо» и уехали. Ну что ж, друзья, вам тоже спасибо огромное. Кто принимает участие в нашем конкурсе «Большой футбол», еще разок напомню, заходите на наш сайт, оставляйте там свои прогнозы. И каждый день в утреннем эфире и вечернем мы подводим итоги. С утра это 8:45 и вечером 18:20. Это «Большой футбол».
Шоу! И мы продолжаем вечерний эфир на телерадиоканале «Страна ФМ». Здесь, как всегда, мы, Маш Новая, Майк Вой. Сегодня потрясные гости, участники команды КВН «Кефир» из города Нягань. А все именно верно, Руслан Попович, Пушка-Богатырь, он же Моня, Роман Мисюра. Или же Марат. Но сегодня без капитана команды. А знаете почему? Потому что я ваш капитан сегодня. Внешне увидел. Маша, мы еще вернемся. Самое главное, вот сейчас мы сидим со своими усами Надежды, бородами Надежды. Вообще, с новым лицом Надежды. Это же Бондарчук, я думал. Реально, Трофим, ты похож. Друзья, это значит, что скоро мы будем играть. Это такая маленькая завлекалочка из спойлера. Все, интригу повесили. Да, друзья, ну вот я в прошлом выходе вам задала вопрос, вообще была ли у вас звездная болезнь. И вот Роман уже начал отвечать на этот вопрос, а мы тебя так прервали. Можешь продолжить? Помнишь? Не было. Да, не было. Прекрасно. Но подожди, однако звезду вам все-таки подарили. Что это была за звезда? Кассиопея. Ну, это была звезда, ну, то есть, выйдя как-нибудь ночью, взглянув на небо, вы можете наткнуться на звезду под названием Кефир. Кефир? Так. Из нее будет что-то литься? Она беленькая. Она беленькая, нет. На самом деле, вот так вот невооруженным взглядом где-то сложно. В далекой-далекой галактике о, есть... О, такое я слышал 7 эпизодов. Да-да-да, мы просто делаем... Большая у нас... Большой контракт с Диснеем сейчас скоро будет. Понятно, нельзя все рассказывать, да? Да, кефирные войны. Подождите, а у кого хранится эта звезда? У Аркадия дома. Мне как бы ну правда. Странно об этом говорить, но она, блин, на небе. Не, подожди, она ну там не хранит. Подожди, а там не было какой-то сертификата, статуэтки, ну чего-то. Там такой шарик. Лазерная проекция, или как она там делается. Ну, то есть шар, где было примерно расположение рядом стоящих, висящих. Да, и бумажка. Ну вот сама награда, где она? С этим. А, серьезно? Да, а все кивины ваши, которые вы выпили? В холодильнике стоит возле недоеденного огурца. Я думала, вы между собой по-братски разделили. У мэра, а мэр до сих пор тот же? Нет, мэр меняется. А у нас дело в том, что в конце каждого года ритуал силы проходит. И когда тот, кто физически сильнее, тот и становится мэром. Поэтому тот уже состарился немножечко. Так. Пришли более молодые, энергичные. А и все стоит в кабинете прям? Да, конечно. А какие там кивины? Помните? Вообще один. Один. Спасибо. Не один. Два разве? Один. Мне казалось, спасибо, что один. Малый кивин в золотом. О, но зато в золотом. В золотом, да. И шапки. И шапки. Шапки? Нам подарили шапки. Мэру нужнее. Слушай, смотри, а почему у мэра? Мэр спонсировал все эти, так сказать, мероприятия? Помогал вам как-то, да? Вообще из своего кармана. Нам помогал город. Да, помогал город. И в целом мы представляли интересы города. Я почему спрашиваю? Потому что есть вот лично на моем опыте, вот на моей памяти, две совершенно диаметральные ситуации. У Нягани, допустим, а еще другая команда, поюжнее чуть-чуть, со Астраханской области, которая такое говорит про мэра камызякского, так сказать, образования муниципального, что, ну... Так что их не спонтируют? Почему екатеринбургская команда про камызякского мэра шутит? Действительно. Ну смотри, вам повезло, вам помогали. Скажите, а с юмористической точки зрения вам помогали какие-либо авторы? Или вы сами являлись авторами? Конечно, каждый таксист, которого вы садились... А, в этом плане? Каждый таксист... помог нам. Чуть-чуть хотел нам помог. Свою лепту внести. Вот в КВН покажите. В КВН там стоит. Заходит бабка в магазин. КВН, все, вот, пошутите. Ну а сами шутки вы все писали? Или был некий человек? У вас наставник? В КВН создана такая, ну, небольшая, скажем, традиция. Не традиция, это необходимость скорее. Сама команда не в состоянии написать себе достаточного количества материала. Ну, то есть, как это происходит? Когда команда находится у себя дома, она где-то примерно, ну, у каждого это по-разному. Месяц готовится, самостоятельно пишет, работает, компонует все сценарии, приезжает, показывает это все редакторам. Редактора это все режут. Ну, зачастую. Ну, иногда бывает, конечно, что смотрят что-то и говорят, проскакивает, вот да? Так, вот оставьте как есть. Один это раз редко, в жизни у нас так бывает. Было. Да, один раз. Помните, что это была за шутка? Это была не шутка, это был весь сценарий. Весь сценарий. Обычно редакторы говорят, ребят, вот у вас осталась одна вот эта шутка, остальное переписывайте. Завтра мы ждем у вас и поэтому новый просто сценарий. Чисто физически очень сложно готовиться и к следующей игре учить новый материал, поэтому помогают авторы. Ребят, а что обычно рубит цензура, да?
Вот давайте по-честному. Плохие шутки, не смешные. Не смешные шутки, естественно, да, какие-то... Это очень здорово, что сейчас всем мы отвесили реверанс редакторам, что если не смешно, конечно, мы перепишем. Нет, какие-то, может быть, темы злободневные, политика, еще что-то. Ну, какие-то пошлые, какие-то вещи, которые могут быть потенциально рекламными, да, ну вот, то есть написали мы шутку. Про какую-нибудь негосударственную компанию, частную. Она вроде как смешная. Вроде как реклама, да? Да, она вроде как реклама. Это все-таки Первый канал, и поэтому говорят, ребят, уберите. Если мы затрагиваем какие-то, скажем, как мы вот перед эфиром, скользкие темы, лучше их не трогать, зачем это нужно? Ну да, да. Поэтому, это все... Иногда, когда просто молодой ум пишет шутки, он может не... Внутренний редактор может отдыхать. Окей, кто придумал вот эту шутку? Город Нягань построили гуси, поэтому называется Нягань. Это сложно сказать. Это вы написали или же это вам предложили? Я раскрою секрет, это народная шутка в Нягань. А, серьезно? Нет, я шучу. На самом деле, сложно вспомнить, кто это конкретно придумал. То есть нет такой истории, что каждый помнит каждую шутку, кто что там придумал. Потому что, вы сидите вместе и придумываете. Но все равно же есть какие-то люди, которые, кайфуют больше от игры, от того, что они на сцене. У них это лучше получается. А кто-то, наоборот, есть, больше конечно. Пишет. Ничего страшного. Прямой эфир у нас. Ничего, там на самом деле просто кто-то звонил. А, тебе просто звонят, я сбросила вызов. Давай перезвони. Мне кажется, это эксклюзив. То есть кто-то сейчас смотрел трансляцию. И полетели. Слушайте, на самом деле мы с Мишей хотим сейчас вам предложить новые темы. Может быть, после этого конкурса у вас родятся новые шутки или какая-нибудь новая почва, да? Мы сейчас как редакторы. Редакторы, да. Так, редакторы. Будем лишнее все отсекать. То есть мы будем отсекать фактически что? Ложь. Ага. Я беру спокойненько. Правда или ложь? Правильно я понимаю? Сейчас так называется наш конкурс. Абсолютно верно. Ну смотри, если вы отвечаете правильно, то ход переходит дальше. Если вы отвечаете на вопрос неправильно, то вы должны выполнить какое-то задание, правильно? Там тащим фан делаем. Если прям плохой фан, парни, прям отбрасываем в сторону, тащим следующий. Вот это как раз звездная болезнь можно будет. Да. Поворотить носом. А где у нас фанты? Извините, а вы сейчас, опа. А, у тебя все готово. Миша, извини, а ты фанты будешь приносить? А, то есть ты хотел как-то с ним договориться? Более того, не приносить, приползать с ними. Фанты буду раздавать сегодня я. Я же не зря сегодня в шортах. Да, кстати, я хотел спросить, а что за наряд у тебя сегодня? У тебя вот эти шорты. Аки, мои семейные трусы и сердечко. Все, Михаил, заканчивайте, пожалуйста. Да. У него вечно начинается уже после 20-й минуты. Какие-то другие разговоры. Поехали. С кого начинаем? Давай с тебя. А ребята угадывают. Поехали, давай, начинаем. Поехали. Сразу говорю, то, что написано «борода», это правда. Ага. А то, что написано «ложь», это ложь. Все честно. Поехали. На земле живет древняя бессмертная рыба. Нет. Давай, Руслан, отвечай. Нет, это ложь. Что значит бессмертная? Что за прикол? Серьезно? Серьезно? Я думаю, что не нет. Не было ни одной рыбы, которой бы я отрубил голову. Эй, что ты делаешь? Так ложь или правда? Я думаю, что это ложь. Нет, это правда. В самом большом тропическом озере, в озере Виктории, живет древняя рыба ланг. В периоды продолжительной засухи она зарывается в грязь, впадает в спячку, а потом такая выпрыгивает и говорит: а я не умерла. Фан, пожалуйста. Надо просто понять, что подразумевается под словом бессмертная. Ага. Пока никто не видел ее смерти, понимаешь? Вот и все. Итак, какое у тебя задание выпало? Изобразить папуаса из Новой Гвинеи, который впервые видит белого человека. А я думала изобразить ту самую рыбу, которая бессмертна. Давай, расизм, здорово. Отличная пропаганда расизма. Так, всем нашим зрителям я хотел бы сказать, что любая сегрегация по любому на фактору – это нехорошо. Продолжайте. Спасибо за это. Блин, я тоже отключился после слова «сегрегация». Сегрегация, что бы это могло значить? Папуас из Новой Гвинеи, который впервые видит Михаила. Так, отлично. Почему я? Ну, потому что ты белый человек. Здравствуйте. Добрый вечер, присаживайтесь, пожалуйста. Папуа Новая Гвинея – это где? Папуас. Это Тихий океан. Это где-то возле Австралии. Далеко, конечно. Короче, да. Ну, я думаю, что они там достаточно. Французская Полинезия. И тут мозг тоже отключился. У них 18 век. Я не знаю. Так вот, как у вас на репетициях оказывается. Вы так штурмите, интересно? Не так. Не по-другому, да? Мы просто садимся и пишем. Нет, сейчас Роман задает. А тебя только так. Или Руслан. А мы команда на команду играем. Можно я задам? Задавай. Давай.
А как это работает? Должно быть что? Правда, это значит правда, а ложь — ложь. А ложь — ложь. Руслан, задавай вопрос. Давай, давай, давай. Короче, значит, слоны боятся пчел. Это тебе. Это не мне, это Роман. Нет, мы же команда команд тебя решили, мы все переиграли. А, да? Роман, по-моему, хотел ответить. Так, еще раз вопрос прошу повторить в студию. Слоны боятся пчел. Действительно боятся пчел, потому что они укусят и их раздует, и слоны станут еще больше. Блин, я думал, что это сложный вопрос. Типа у них толстая кожа, блин. У меня женская логика, понимаешь? То есть если мы думали, что слоны боятся мышей обычно, да, оказывается пчел. Пчелы — адские создания, я их тоже боюсь. Ты извини, но раз я выиграла, теперь тебе выполнять еще одно задание. По-моему, другие правила. Вы знаете, я могу просто несколько раз вытаскивать и выполнять разные. Ребят, я забыла вам сказать, что правила по ходу игры могут меняться. Ну ладно. Это самое, это вообще правила эфира даже. Представление. Рассказать одну минуту, за одну минуту рассказать о вашем самом незабываемом путешествии за границу, даже если его не было. И вновь правила поменялись за 10 секунд, рассказывай. Значит так, мы купили билеты и сразу полетели в Австралию. В Австралии я встретил кенгуру, которая очень неплохо варит чай. Мы с ним почаевничали, он рассказал, как сложно жить. Потому что это кенгуру была сидевшая. Сидевший очень крепкий чаек, мы с ним обсудили. И тут проходил мимо русскоговорящий папа-гвинеец. Да, который увидел меня, первый раз в жизни увидел. Так, говорит, научи меня русскому. И говорит, здравствуйте. Я говорю, привет. И история закольцевалась. Да, именно. Друзья мои, это прекрасное было путешествие. Мой вопрос для Романа. Давай. Кстати, немножечко связан с твоим путешествием. Опять ты, так. В Австралии верблюды не встречаются в дикой природе. Это правда? Это ложь. В Австралии вообще есть? 2 миллиона привезенных в страну и одичавших верблюдов. Ну, погодите, погодите. То, что они там некомпетентные сотрудники работают. Встречаются, это мы говорим о тонкостях. Какая разница, дружат они или встречаются? В смысле, мы говорим о тонкостях их взаимоотношений? Так, какое задание? Ты заметил подвох, только мы с тобой делаем задание? Ну, какое задание, Роман? Читай. Рассказать неправдоподобную ложь о Боливии. О, расскажи, как мы ездили сюда вчера. Здорово! Вот, друзья, именно с этой истории мы начнем наш следующий выход. Наша новая. Спасибо. Рядом со мной тоже не надежда. Да, надежды со мной никакой, Маша. Но зато с нами сегодня Руслан и Роман. Это два человека, от которых я сходил с ума, когда смотрел КВН. Немногие меня там радовали, а сейчас практически никто. Чуть менее, чем никто. Вот это серьезное заявление. Были времена, дорогие друзья, когда я сидел вот так. Да, ребята КВН. Из команды КВН «Кефир Нягань». Мы, кстати, играли в прошлом выходе, вот Роману досталось некое задание. Попробуем его быстренько исполнить. Ты подготовился за время музыкальной паузы? Черт, я же мог этим заняться все это время. Ну, вообще-то да, но мы запиливали пост для Инстаграма, друзья, извините. Рассказать неправдоподобную ложь о Боливии. В общем, прилетая в Боливию, выхожу с аэропорта, представляете, меня встречает старец и говорит, Ромаха, тебя подкинуть? Я говорю, ну, давайте. Меня уже подкинуло. Он обернулся в серого дракона, подбросил меня и ударил хвостом. Меня отбросило в пивную, где я купил нефильтрованного... Ну, крафтового. Ну, вот. Конечно. А ложь заключается в том, что там нет... Что я не был. Что нет фильтрованного, что там зафильтруют просто. Да. По ГОСТу. Грандиозная история. В конце истории, пока Маша передает бактерии со своих рук вам, я хотел бы сказать, что когда вы закончили всю эту историю, я только сейчас понял, что нужна была ложь про об Оливии. Я думал, об Оливии из Азербайджана оказалось о стране. Михаил, ты, как всегда, все перепутал. Ничего. Ну вот сейчас он уже завершающий выход нашего вечернего шоу. Нам угрожать, Мария, подожди, я хочу вас спросить. Понятно, что по команде КВН вы все очень хорошо известны, популярны, как одна такая сплоченная команда. Но вы же каждый, собственно, тоже очень талантливый, творческий, яркий человек. Чем вы сейчас занимаетесь? Да, именно поэтому вы кинули всех остальных, пришли вдвоем сегодня. Чем мы сейчас занимаемся? Каждый из вас сейчас занимается? Или вы также дальше вместе продолжаете? Нет, ну, я занимаюсь тем, что... Как бы вам объяснять? Вы видели приложение Musical.ly? Так, вот, да, что там надо делать? Я сценарист в этом предложении, но я не расскажу про него ничего больше. Нет, подожди, я Musical.ly, расскажу... давай расскажем для наших зрителей и слушателей, просто, что это за приложение, вообще... в принципе, о чем это? Это такая новая социальная сеть.
Типа Инстаграма? Типа Инстаграма, только... Но музыкальная. Да, но музыкальная. Там надо петь, танцевать, там нужно петь и играть. Танцевать. Да. Все надо делать. Все надо делать, только там нет фотографий и... Там очень, только видео. Очень... И звука. И звука. Там очень такой, да. А что там? Нет, на самом деле там, если я начну рассказывать про все это приложение, то я займу очень много времени. Лучше я расскажу про свою страницу в Инстаграме. Ну, смотри, и там как раз-таки можно будет перейти в это приложение. Да, и там тоже можно будет приложить. Давай, как на тебя подписаться, как тебя найти? Набрать Попович на... Куда я говорю? Почему я говорю на «я»? Говори сюда. Наберите Попович. Наберите. Наберите. Выпустите нас отсюда. Нижнее подчеркивание «рус». Вы увидите там мою страницу, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Пишите свои комментарии, я вам обязательно отвечу. Там, ну, типа юмор и все такое. Будет весело. Окей, так, это был один аккаунт. Второй аккаунт. Я на самом деле уже год как не занимаюсь творчеством. У меня ломка небольшая вот началась по творчеству. Ну, периодически там с Русланом какие-то ролики придумываем и пишем. А так я на протяжении года работал в инвестиционной компании. Сейчас мы с коллегами оттуда уволились и открыли свою инвестиционную компанию. Я сейчас просто подумал, кефир нягать потом. Да я работал. Вы знаете, я брокер, я продавал акции, соответственно, там. Ну, не по недвижимости кое-что. В жизни надо попробовать все. Не, ну подождите, аж какой вуз вы окончили? Ведь я знаю, что в КВН как раз-таки могут участвовать какой только те люди, которые вот не из творческих вузов. Какой вуз? Государственное муниципальное управление. Тюменский это... государственный университет. Коллеги, вы мои! Вот, видишь, а ты не хотел. Конечно, вот на стране FM сидим обсуждаем. То есть вы управленцы, по сути. Чиновники мы, Маша. Вы управлять нами, людьми, обычными, простыми, да, вот режиссерами. Ты мне скажи, почему это мы отвечаем на твои вопросы, а не наоборот? Можно считать, что это первое чтение. Сейчас попринимаем тот закон. Слушайте, ну а нет вот этой ломки, что сейчас с юмором все-таки как-то... Да нет, у меня вот как раз нету ломки. Дело в том, что я же Попович, нижнее подчеркивание, рус в Инстаграме. Там я выкладываю юмористические ролики, то есть которые самостоятельно... Вайны это сейчас называется? Или не совсем? Это немного другой формат, да, это не вайны. Это свой формат. Я бы, конечно, ну, а рассказал, что это? Но подожди, надо подписаться. Надо просто посмотреть. Это надо что рассказывать. Ребята, ну что мы об этом говорим? Конечно. Просто ну, подпишитесь, окей, Руслан, посмотрите. Раз ты сам затронул эту тему, как ты сейчас относишься к многочисленным блогерам, которые становятся популярными в интернете и которые снимают вот эти вайны в Инстаграме, в Ютубе? Ты сам идешь по этому пути? Или ты все-таки что-то новенькое хочешь? Ну, то есть с некоторыми блогерами мы даже, как бы, скажем, сотрудничаем. С какими, например? Я думал, скажет, пили. А это и есть, я так и понял фразу сотрудничества. Ну, мы передай. Но на самом деле блогеры зачастую сами себе пишут контент, но иногда приходится, ну, то есть придумывать рекламный контент. Конечно, да. И для многих ребят, как я не буду говорить. Ну, понятно. А, получается, ты им помогаешь со сценарием. Ты им помогаешь придумать эту историю, они тебя привлекают. Да, я думаю, что некорректно говорить, что вот я придумал вот это или вот это. Ну, слушай, ну это круто. Да, когда встаешь, говоришь, да я это все я. Вот себе я придумал вообще все. Понятно. Ром, а ты как вообще в Инстаграме? Активный пользователь? Ты хочешь как-то развиваться на этом поприще? Или ты больше... об этом очень много думаю, но... Ты человек бизнеса, ты человек серьезный, да, рассудительный. Да, я сейчас про деньги. Тебе красавец. Не... О, красавец. Вот, красавец. Михаил у нас про деньги. А мы как раз с Русланом про интернет и пиар, да? О, за конечно, этим будущее. Там, за интернетом будущее. Ну, друзья, теперь блиц, а у меня как есть, мы говорили. Есть, да. Что я придумал, да, блиц. Отвечайте хором, вас сегодня двое. Быстро, не думая, ровно, как и всегда. Да, давайте вместе. Прям. Для меня самое важное в жизни. Семья. Рома. Я почему-то хотел сказать Грачевский. Грачевский, нормально. Идти по жизни с юмором это. Долго. Если бы сейчас был 2018 год, что бы вы делали, парни? Прически. Ямщик. Когда я буду таким же креативным, умным, но уже старым, я скажу своим прапрадукам. Пурпурный. Отлично, если бы не юмор, я бы сейчас... Был богатый. И Руслана. Круто, друзья, да, спасибо огромное. Сегодня у нас была часть команды КВН Кефирняга. Маня Марат. Услышимся в следующем часе. Пока.